В последние дни в узбекском сегменте социальных сетей распространилась песня «Девушка в хиджабе», исполнителем которой является узбекский рэпер под псевдонимом Йон Запик. Трек стал причиной бурных обсуждений. В песне певец восхваляет набожность, стеснительность, застенчивость и целомудрие девушки в хиджабе. Также в песне несколько раз повторяются такие фразы, как «От хиджаба исходит запах рая» и «Девушка в хиджабе близка к Аллаху». В целом, песня набрала множество положительных откликов в узбекском сегменте соцсетей. В беседе с радио «Азадлик» один из ташкентских блогеров, имеющий религиозное образование, рассказал, что песня была написана в качестве своего рода гимна флешмоба, организованного в защиту женщин в хиджабе. Her günü beş vaxt namaz, uykusunu sevgine olmaz.